По нам сигналя, что ли? Пошел нахуй. Можно ехать? Поехали. Ты вообще красавица, слушай. Поехал, поехал, поехал. Ты что, не видишь, что ли? Разве не я его должна? Нет. Маневр завершается. Левый поворотник ключи. Смотри, конец полосы, притормаживай, тебя не пускают. Я вижу, я вижу. Не огрызайся мне. Я не огрызаюсь. Поехал. Выбираем место для остановки. Задача уясна? Да как я там остановлюсь? Ну, поехали направо. А перед тем, как мы сюда заехали, что мы делали, ехали всю дорогу? Где поворотники у нас? Мы ехали, мы останавливались? Останавливались. Где? На обочине. А мы когда ехали сейчас, я тебе сказал остановиться. Ты сказала, где я остановлюсь, где я останавливался? Там все перерыто, мне не понравилось. А, так ты скажи, мне не понравилось. Мне не понравилось. Ништяк. Прям огонь. Честно. Выбери место для остановки и остановись. А ты как думаешь? Ты ж видосы смотрела мои? Что там было написано? Ой, что там показывалось? Ну, я же не все и смотрел. А вот это твое упущение. Отпусти тормоза! Отпусти тормоза! Ну, что делаешь-то? Загорался. Да когда он загорелся? Он загорелся, вон, смотри, две машины спокойно проехали. Нам бы сейчас бы жопу так бы разнесли бы, ты бы потом бы... Не смей никогда резко останавливаться, поняла? Да? Поехали. Выбирай место для остановки. Не использую автобусные тормозы. Но об этом надо было говорить до того, ну, я тебе сказал, ты спокойно выйдешь сейчас отсюда. Проблемы же нет. Дальше есть, да? Я ответа не получила на свой вопрос. На какое? Здесь можно у края проезжей части остановиться? Это я у тебя должен спросить. Ну я спрашиваю вас, я не знаю. Ты не знаешь? А где можно остановиться? Я знаю, что там в городе, где мы ездили, там можно. А здесь обочина. А это что, не город, что ли? Город. В чем проблема? Две полосы имеет дорога? Ну, то же самое. Еще прижмись чуть-чуть. Вот. Стоп. Че ж ты нельзя? Такая же дорога, как и на проспекте, и на Карла Маркса. Поехали? Выбирай место для разворота. Выключи.
задачу, помнишь? Отпусти тормоза, поехали. Ты что хочешь делать? Волнуешься? Нет. Ты не волнуешься? Тогда ты сдашь экзамен сразу же. Помнишь, что нужно делать? Ты сейчас разворот хороший проехал, видел? Поэтому я его проехал, наверное. Ну, у тебя поворот был налево, на автомойку или что там. Видела? Прям такое хорошее уширение слева было. И приливистое среди двух сплошных линий. То есть здесь типа можно в любом месте, где есть вот этот пункт, развернуться? Конечно. Да, поворотником. Ты высовывайся, высовывайся. Уже сейчас светофор замигает. Еще высунься. Еще. Крути руль, поехала. Крути руль, поехала. Только тебе автобус вряд ли сейчас дать. Человека пропускаем. Продолжаем движение. В левый ряд. Сейчас поворотник должна была включить. Два раза причем. Что ты делаешь? В левый ряд еду. Ты смотри, человек выезжает с прилегающей территории слева от нас, ты без указания поворотников, без своих действий, просто берешь такая и едешь на него. Он-то видит, что ты едешь прямо. Он выезжает в свою полосу. Ты ехала в правой полосе, правильно? И ты взяла его. Нельзя так. Выбираем место для разворота. На спидометр свой посмотри. Куда? Не крути руль. Нам... Я на середине почти стою. Да. Чего? Да уже поздно, уже стой. Не дергайся. Крути руль. Смелее. Поехали. Выбирай место для разворота. Сейчас. Что, ну там нет никого. Ну хорошо. Не имей привычки такой резко тормозить, даже если никого нет. Выбирай место для разворота.